Здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами снова Fight 546. В данной обзорной станции точке я хочу представить вам набор из серии «Звездные войны», которые выходили в 2013 году под артиклом 75015. Дроид Танк Альянса. Улитка Дроид Танк Альянс. В данном наборе три мини-фигурки. Супер боевой дроид новый. Джанго Фетт новый. И дроид. И клон старого образца. Первой фазы брони. Давайте начнем с инструкции. Инструкцию мы собираем до 56 страницы. На 56 странице мы уже собрали инструкцию. Здесь мы видим код G15F13. Инструкция. Набор, который можно купить. Откладываем. Переходим к обзору первой мини-фигуры Джанго Фетт. По форме Джанго Фетт похож на Мандалорца. Давайте сравним. Приведу сравнение Мандалорца. Вот они, Мандалорец. То есть у Джанго Фетта более такая серебристая броня. Но печати идентичны с Мандалорцами. Как бы. Вот. Но отличается цвет тел, ног. Лиц. И текстурами. У Джанго Фетта лицо вот такое, щетинный шрам, а у Мандалорца лицо мультяшки. Тоже откладываем в сторону. Следующая мини-фигурка из трех — это боевой дроид. Новая расцветки, потому что дроиды были... В 13 году коричневатый, темно-коричневый, а в 14 году снова вышли светло-бежевые. И последняя мини-фигурка в наборе в данном, это у нас клон по стандартный. Вот так у нас выглядит дроид танк улитка Альянса. Гусеница состоит из 60 деталей. Детализация на высшем уровне. Это все, что можно сказать. Давайте посмотрим на коробку. Здесь мы видим на нового боевого дроида. Клон повстанца Джанго Фетта. Надпись новый. Как при 2013 года у нас печатался Магистр Йода. Star Wars. Экшн сценки. Тут можно посмотреть. Довольно интересные сцены. И набор обошелся мне в сумму 1495 рублей. Чтобы уж долго не зудеть о наборе. Приведем сравнение с дроидом-пилотом 2011 года. Вот они. Вот он с дроидом-пилотом 2011 года в сравнении. Отличается покраской, к телам. И много-много еще чем. Ну и немножко хочу рассказать про мандалорцев.
Мандалоров разговаривает потом Дарт Мол с механическими ногами, убив привезу. Вот. И что могу сказать, что Дроид Танк Альянса занимает почетное место в моей коллекции Звездные войны. И могу только сказать одно, если вы любите дроидов, командиров, клонов и охотников за головами, можете смело брать этот набор, не раздумывая. И, как всегда, с вами был Fight 546. Подписывайтесь на канал Антон Филатов, Андрей Санников. Ставьте лайки, комментируйте видео. Приятного просмотра. До свидания!